темку. Кокусик, ребят. Блин, все-таки как же красиво, да? Хоть и апокалипсис, хоть и зомби, и все затоплено, но красота. Так, давайте покажу, что изменилось у нас с прошлого ролика. В принципе, ничего. Единственное, что я добавил здесь, получается, стол для исследования. Еще вообще ничего не исследовал. Нужно будет потом с этим разбираться. Потому что тут все открывать еще можно будет. Подвинутые детали. К этому мы с вами еще вернемся. Я сам еще не без понятия, что тут и как. Даже холодильник есть. Прикольно. Я достроил домик. Добавил сюда полочку для досочек. И в принципе все. У меня как было. Здесь у нас водичка. Ага, морской водички у нас 0, да? И да, есть. Ладно, давайте закинем, наверное, немножко водички. Я покажу, что построил, получается, заборчик. Из-за чего построил заборчик? Из-за того, что у нас напали зомбаки. Самое интересное, что зомбаки здесь идут просто через воду. Ну, то есть они респятся здесь. Выходят. Меня немножко тут дом покоцали. Так, ага, дерево. Давайте заберем. Что-то оно у меня тут валяется. Не понял. О, так вот, они респятся прямо из воды. Я не знаю, походу, было первого уровня волна вот этих зомбаков. Там 3 штуки напало. С ними разобрался, и я думаю, все-таки оплыл вот этот свой остров. Вот так вокруг пособирал компоненты. И сделал вот такие вот, такую вот колючку. Не знаю, надолго ли ее выдержит. И вообще удержит ее зомбаков, потому что, вот видите, я по ней хожу. Но я дамага вообще не получаю. Будут ли получать зомбаки? И не смогут ли они здесь пролезть вот так вот. Но будем посмотреть. Если смогут, значит смогут. Я решил сделать вот так косо-кривенько. Все равно я хочу потом сделать себе из железа все. Нафармил как раз себе материалов и сделал нам лодку. Что мы с утра сейчас поспим и поплывем либо туда на остров, либо сюда. Не знаю, сейчас поисследуем. Давайте, наверное, заполним водичкой. Было что попить. У нас, конечно, там есть еще шипучка. Ну, тратить не хочется. Я, наверное, ее возьму с собой в лодку. На всякий пожарный случай. Мало ли, может, на острове где-то застрянем. Нужно будет с собой взять, получается, это... А, факел есть. Все. Отлично. Что мне здесь нравится, что здесь вот эти вот факелы, они горят бесконечно. Ну, то есть у них нету срока службы, я так понимаю. С одной стороны прикольно, но с другой стороны как бы непонятно. Ладно, давайте, наверное, басечки. Ложится басечки. Все, отлично. Нужно будет сейчас понямать. Нужно будет понямать. Отлично. Так, древесный уголь нам не нужен. Древесный уголь нам не нужен. Все. Давайте, наверное, мы с вами еще посмотрим, сможем ли, да, сможем, и поставим вот этому вот месте. И тут не совсем оно меня устраивает, чтобы сюда не пролезли гребаные зомбаки. Так, раз. Ну, давайте уже ставить, так ставить, правильно? Потом с помощью молотка, если что, разберем все. Отлично. Так, будем брать с собой водичку в дорогу. Я думаю, стоит, да? Взять водичку и взять с собой этого, как его. Еды немного. Давайте, наверное, возьмем 3 грибочка. Сейчас у меня тут мигалки проедут. Не будет так громко. Так, и что я хотел? И газировку. Давайте на всякий пожарный. Хотя не, газировку брать не буду. Я возьму с собой этот, как его, клубнику. Она как раз удаляет жажду. Как раз клубнику уже удаляет жажду, и будет нормально. Все, поплыли. Так, с помощью П тут вроде толкать его можно, да. Так вот. Так, давай. Все, стопы. Так, это у нас тут мы... Это мы выкинем, это мы ложим. Все. Отлично, водить.
Так, развернуться. Алло. Да, трудно разворачиваем. Ну что, поплыли? Поплыли. А только куда плывем? На какой из этих островов? Давайте, наверное, рядышком куда-то сюда сплаваем. Плюс можно будет еще попробовать понырять. Как я и говорил, хочу себе взять и сделать нормальную... Так, обнаруженное новое место. Особняк. Хочу себе сделать, получается, это как его железную базу. На каком-то острове. Потом без записи просто перенести все материалы. Ля, вон здание какое, видите, вдалеке? Вот это вот. Прикольно. Прикольненько. А что у нас тут по мини-карте? Где мы находимся? Ага, особняк. А наш остров? Вот наш остров. Ну, мы наш остров найдем. Я вон вчера флаг поставил зелененький. Так что мы найдем наш остров, если что. Так, обнаружено новое место. Интересно, сюда можно переехать, либо нельзя? Так. Ну, а как покинуть? Так, С выйти. Ага. Бонжур. Так, ты шо? Ля, привет. Ага. Пистолет есть, детектор руды. И сколько это будет мне стоить? Сколько мне это будет стоить? Или это бесплатно? Так, подводный скутер. Прикольно. Чё? Батарея. Так, боеприпас калибр 50. Это чертеж, правильно я понимаю? Чертеж. Краска. Баллистическое волокно. Не знаю, я просто сейчас пока мне себе электронные компоненты. Химическое вещество. По-любому надо, да, наверное? Что-то. Так, прицел. Забрать. Нож. Все. Серебряные монеты. И... Так, кликните по значку предмета, чтобы переместить его в список покупки или продажи. Так, ресет, правильно же? Или не, Эльша, что не так? Что не так, где мне смотреть? Алло. Хочу. Ресет. And you offer me. Что, я не могу заплатить ей, да, получается? У меня денежек нету. Ну и ладно. А что, тебе тут ничего забрать нельзя? Блин, кто в курсе, что он от меня хочет? Напишите мне, пожалуйста. Ладно, давайте посмотрим. Ага, не хочешь продавать? Ну тогда мы тебе сейчас помоечку твою тут ограбим. Блин, мне-то, в принципе, металлолома и всего остального хватает. В принципе, всего мне хватает. Мне бы что-нибудь интересного. А давайте, давайте попробуем ей продать металлолом и посмотрим. Может, мы с вами сейчас что-то и купим. Что это такое? Да ты шо, ля, шо это пудинг? Моя ж ты зайка, ля. Выбросила пудинг, да? Так, дерево нам не надо. Мы с помощью топора добываем дерево. Давайте, наверное, мы все-таки... Еще посмотрим, попробуем что-то продать. А, стоять, минутку. Я хочу посмотреть, сколько она мне за дерево даст. Сколько она мне даст за дерево денежек. Или не сколько. Так, все, прячем топор. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Давай смотреть, что тут есть. Так, топорик и холодильник. Опа. Запеченные бобы. Вот это вот вкусно. Ага, ты не разломался, понял. Ладно, побежали смотреть. Побежали смотреть.
Я так понял, здесь еще и бандиты будут, да, с которыми? Не-не-не, я не ухожу, погоди. Это, наверное, будут еще и бандиты, с которыми... Ах, моя ж ты курочка, ля. Что это, сапожки, рубашки, штанники? Наконец-то мы не будем с вами в трусиках ходить. Так, это я заберу, с твоего позволения, это я тоже заберу. Все, нужно будет сейчас в лодку запрятать, чтобы не про... Чтобы не про это все. Так, осмотреть, резина, резина, резина. А нас нету, да, места, куда его засунуть? Оно все упало, походу. Так, что это? Это... Ага, это. Давайте спустимся к лодке мы. Сейчас запрячем все, что нам не нужно. Так, изменить цвет, изменить цвет. Во, давайте штаники, брюки. Газировку сюда. Так, консервы, пудинг. Компоненты по-любому. Резина нам нужна. Металлолом нам не нужен. Скотч не знаю. Тряпка нужна стопудово. Предлагаю вот это вот продать. Блин, хотя скотч. Ладно. Продадим вот так. Тихо. Тихонечко. Нет. Не лагай. Так, давайте на зелененький поставим. Во. Слышь, малыха, а ну иди сюда. Давай мы тебе попробуем. Так. Ну? Почему я не могу тебе? Почему я не могу тебе ничего продать? В чем проблема? Кликни по значку прида, чтобы пересмотреть его в список покупки или продажи. Ну, все. Или тут магазин не работает, или у меня не работает. Аля. Аля. Че за бред? В чем проблема? Торговля. Что я не вижу? Что тут нету? Ладно, я тебе припомню. Я тебе реально припомню. Попросишь ты у меня клубнички. Так, ну давай смотреть. Сюда мы можем залезть? Нет, не можем. Мы можем только упасть. Зато мы тут можем обыскать. Блин, ну это тупо. То, что я не могу с ней взаимодействовать. Давай мне сюда резина. Реально тупо, что я не могу с ней взаимодействовать. Может, у меня оно не работает, я просто... Так, напишите, кто продавал. Если кто-то играл, конечно, в эту игрушку. Что не так? Что с этой малыхой не так? Ладно, все, мы здесь все уже осмотрели, правильно? Так, 80% мы что-то тут осмотрели. На 80. Вроде все обыскали. Блин. Ой, как вкусно все. Ну, может, мы все-таки поторгуем с тобой, не? Или тебе куда, что? Или чем я торгую? Ну? Дил. Ну, давай. Не? Вообще никак. Не хочешь, да? Понял. Ладно, до побачення. Так, сесть. Плывем. Ну, рун. Ладно. Перепрыгнуть, нажать на буковку П. Все. Поплыли. Давай поплывем, наверное, на соседний остров. Так, разворачивайся. Блин, тупо как-то. Почему я могу с ней торговать? Вроде там и монетки есть эти серебряные. Либо в одиночной игре это нельзя делать, потому что я в одиночной же шире. Либо я не знаю. Ты понимаешь, я кручу 60 км в час катамаран свой. Ну, это нормально, вот это ноги, вот это я понимаю. Блин, нужно было нырнуть возле нее, посмотреть, что тут на глубине у нее находится. Так, давайте, наверное, так и сделаем. Буковку С выйти.
Давайте посмотрим, что тут есть. Так. Мутанты. Ага, там где-то мутанты были. Походу, на острове мутанты. Ладно, мутантам мы еще с вами успеем добраться. Главное посмотреть, что тут есть, кроме металлолома. Не, с одной стороны, конечно, хорошо, что столько металлолома. Но с другой стороны, зачем он мне нужен? Ну, кроме того, как делать себе так его домик, дом из металла. Так, а ну, смогу ли я черепаху здесь? Так, иди сюда. Иди сюда. Стой. Стой, 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 стой. Ты издеваешься? О, все, сырое мясо. Отлично. Что, мы будем еще к лодке спускаться? Или, в принципе, там ничего нету? Хорошо, поплыли. Поплыли, посмотрим, что тут. Что у нас тут есть? И какие нас тут зомби ждут? Не зря я у себя там колючкой все обнес. Так, место есть? Да, место еще есть на две штучки. Так, всплыли. Тут как-то можно, по-моему, кислородный баллон еще делать, если не ошибаюсь. Чтобы дольше нырять. Нужно будет потом этим заняться. Так, резина, металлолом, резина. Ну, тут и в основном, наверное, будет металлолом, да? Металлолом и ткань. Ага, у нас уже нету с вами места. Ладно, давайте зайдем на остров. Так, где тут мутанты должны быть? Ага, музыка такая интересная началась. Сейчас, наверное, мутанты на меня будут нападать. А вот и... Ага, ага. О, здорово. Как оно? Да, ну те мутанты были без копья. А этот мутант уже с копьем. Что это мясо, плоть, хорошо. А эти мутанты уже с копьем, прикольненько. Так, давай, наверное, тряпочку сюда. Это что такое, стекло? Компоненты. Это мы сюда и занямали. Потом берем так, занямали и вернули. Факел, металлолом, металлолом. Ну, в принципе, и все. А это мы выкидаем, нам дерево, в принципе, не нужно. Ага, интерполен. Окей. Единственное, я не могу понять, зачем мне металл. Это, наверное, потом делать с вами этот, как его, на... Кирка, можешь сделать кирку? Делать слитки потом, да, наверное, из этого металла. Ладно, давай заберем дерево и сделаем с вами кирку. Так, создать. Во, отлично, и у нас инвентаря места нету. Это мы выбрасываем. Все, пусть тут лежит. Сейчас давайте возьмем клубнички. Я тут где-то вроде клубнику видел. Не-не-не. Или это не клубника, что это? Ага, мы с вами сможем лимон выращивать. Прикольненько. Давайте исследуем остров. Тихо. Ты чё, издеваешься? У тебя шо-шо-шо-шо-то. А ты? Ты серьезно? У тебя арбалет, падла? Ах ты падла, ах ты падла, арбалет. А можно мне твой арбалет? Алло. Взять все. Алло. А дай арбалет, пожалуйста. Блин, ну так нечестно, разработчики, если вы уже... Что это за лимончик? Блин, надо будет лимон посадить у себя дома. Прикольно, заживем, ребят. Разработчики, если вы уже сделали зомби с оружием, дайте мне возможность забирать их оружие. Может, оно упало? Так, железная руда. Ага. Ну, что мне здесь нравится в этой игре, то что инструменты не ломаются, насколько я понял.
Это хорошо. Даже очень хорошо. Можно было, конечно, сюда поплыть. И здесь построить себе что-нибудь. Но мне нужно место побольше. Побольше места, где я смогу себе построить нормальную железную огромную базу. Потому что, насколько я понял, здесь на нас будет нападать постоянно. То с оружием, то с арбалетом. Так. Мы сейчас, наверное, с вами отправимся домой. Завезем все это добро. И сплаваем еще куда-то на остров. Так, отлично. Не знаю, может, если кому-то нравятся такие прохождения выживалки, то всем приятного просмотра. А всех, кто ждет зомбаков, либо что-то интересное, может быть, в следующих сериях. Реально хочется поиграть и насладиться этой игрой, не спеша. Как обычно я все время делаю. Так, что тут у нас еще есть? Давай смотреть. Тем более, куда нам спешить, правильно? Ледники растаяли. Все затопило. Никого, кроме зомбаков, у нас нету. Не, есть еще малыха, конечно, которая нам ничего не продала, но от нее толку ноль, я смотрю. Так, что по поводу инвентаря? Ага, он у меня полный полностью. Полный, заполненный полностью. Все хорошо. Здесь ничего нету больше. Контейнер нельзя никак? Не, нельзя никак. На этим, наверное, мы будем с вами заниматься, когда у меня уже будет кислородный баллон. Типа акваланг. Вот тогда можно будет с ним и заниматься. Так, а эта чашка, мне интересно. А если я выпью, чашка исчезнет? Да, исчезла. Жалко. Но там можно будет как-то сделать, если не ошибаюсь, бутылку с водой. И по поводу камней, мне интересно, они регенерируются или нет, или это чисто один раз так. Один раз его. Обыскал и все. Так, вон еще остров. Вот я думаю, может, чтобы нет, как его, не путаться. И не забывать, где я лутался, где не лутался, ставить флажки. Первую ставить каждый раз красный флажок, когда мы залутались. Так, а ну стоит, да, посмотреть, что у тебя тут находится. Ага, ага, огромное здание какое-то. Так, ну тут, походу, металлолом сейчас будет. Да. Хорошо, металлолом. И что тут еще есть у тебя? Кроме металлолома. Так, лапша, отлично. Так, здесь топор нужен. Здесь тоже. Ага, инвентарь полон, инвентарь полон, инвентарь полон. Что-то тут полон. Ладно, тихо-тихо-тихо, все, понял. Домой. Жадность, понимаю, жадность, да. Крыться, жадность фрай разгубила. Так, а можно нет, сундучок? И как бы его так сделать мах на мах? Так, сюда. И дай мне грибочек. Ой, оно ж сырое. Арчи, оно сырое тогда. Ням, ням, ням. И что-нибудь бы восстановить бы мне по энергии. Здоровье. Здоровье плюс 20. Ладно, сейчас приплывем домой. Пожарим себе грибочков. Ну. Алло. Пожарим себе грибочков сейчас. Восстановим немножко здоровья. И поплывем, наверное, с вами куда-то в эту сторону. Я хочу посмотреть, что это за огромное здание. Кто там живет. А потом нужно будет, если наткнуть на нормальный остров, то на этом острове строить базу. Хотя, в принципе, я ж могу как поступить? Я могу просто сделать, получается, это как его фундамент железный, правильно? Так, давай так. Я, в принципе, могу сделать как? Я могу
взять фундамент где-то примерно по палатку вот так сюда вывести, сделать третий этаж, а сюда уже огромную такую базу все сделать. Только зачем, если я здесь один? Зачем оно мне надо? Так, жареное мясо. Давай, жареное мясо, жарься. Давай смотреть. Блин, может нам бы построить еще один ящик для... Так, у нас дерево есть. Да, дерево есть. Давайте построим, наверное, еще один ящик. Так, ящик, ящик, ящик. Где ты? Вот деревянный ящик. Так, металлический сундук. Ящик с боеприпасами. Блин, нет, я пока не хочу компоненты тратить. Из-за того, что они нам могут пригодиться. Так, давайте, наверное, ящик для этих, как его, ставим так. Вот здесь мы будем с вами хранить металл, 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 металл. Да, давай сюда. Здесь у нас тоже металл. Так, лимоны. Лимоны мы с вами сможем кушать? Да, сможем кушать. И нужно пойти посадить лимончика себе. Так, пошел. Нужно посадить лимончик. Все, отлично, лимон посажен. Нужно, наверное, будет потом просто это дерево вырубать. Оно мне здесь вообще не камильфо. И сделать себе еще тут плантацию побольше. Но это уже попозже. Потому что для сундука вот этого вот, где выращивать, там, по-моему, ткань нужна, если не ошибаюсь. Так, давай мясо мы съедим. Все, отлично. Берем еще, что с вами мы берем, вот эти штуки, восстановим все здоровье. Так, давай смотреть дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас металл. Металл сюда. Резина. Дерево нет, дерево назад. Не знаю, зачем мне столько червяков. Угу. Давай, наверное, вот так. Вот так. Уголь. Уголь. Тоже я не знаю, пока мест нам зачем. Нужно, наверное, будет отдельно сделать себе для еды. Чисто для еды коробочку где-то вот тут поставить, да? Чтобы складывать туда еду. Мне нужно 12 дерева. Так, есть 12? Нет, 12 нету. Чтобы я не путался, чтобы у нас отдельно здесь возле лица нашей кроватки... Чисто была еда. Так, лекарства, семена. Да, вот это все я заберу. Так, все, занямали. Отлично. Сон, по-моему, нам тоже, да, восстанавливает здоровье. Так, мы делаем так. Это мы сюда. Семена у нас будут тут. Еда будет тут. Запрятали, запрятали. Идемте осмотрим с вами нашу лодочку. Заберемся. Так, водить сундук взять. Что такое? Что? Что так? Ну а чего выпало? Металлолом, металлолом, блин. Ладно, сейчас. Столько нафармили, что прям аж все высыпается. Так, давай сюда, сюда. Одежду мы тоже сюда, это хоть не еда, но пусть будет здесь. Так, что тут? Грибочки. Грибочки мы с вами пожарим. Давай смотреть. Стекло. Резина. Не, не туда. И не настройки. И не выходить. Так, пакел. Компоненты. Где наши компоненты? Где наши компоненты? Будут храниться... Давайте, наверное, тряпочку пока месть сюда. Здесь еду забираем. Так, компоненты. Ага, вот компоненты. Так, тут дерево. Тут будет металл. Отлично. Так, консерва. Напиток. Все, ты еще жарися. Прикольненько. Прикольненько. Хорошо, давай забирать. Все остальное. Все, 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 куда ты? Мы еще не отплываем. Все, мы все забрали. Да, все, отлично. Посмотрим, не знаю, либо в этой
мастерии, либо в какой-то, да, уже будем думать, где мы будем с вами нашу основную базу строить. Потому что видите, сколько у меня металла. Просто не знаю, может он мне и пригодится, этот металл. Может он мне и пригодится. Давайте посмотрим крафтовый стол. Так, рыболовная сеть. Автоматически ловит мелкую рыбу. Как думаете, нам нужна? Нужна. Но нам нужна веревка. Нужны компоненты. Так, стеклянная стена. Арбалет. Блин, арбалет. Ага, болт для арбалета. Исследование. Нужен ли нам арбалет на данный момент? Мы, в принципе, и с копьем пока справляемся, правильно? Так, металлический топор. Угу, холодильник. Так, установлена на стенах ловушка, собирающая США собирающая. Так, а где у нас тут, что тут у нас тут, кого тут у нас? Вот, бутылка для воды, стекло 2. Давайте, наверное, возьмем 2 стекла. Не пожалеем стеклышко. И попробуем ее исследовать. Чпоникс есть, отлично. И где она теперь у нас находится? А она находится у нас здесь с вами. Ага, то есть, все, понял. Значит, не нужно будет каждый раз бегать к себе сюда, да? Прикольно, прикольно. Ну, по поводу еды, в принципе, у нас еще нормально. По поводу, в принципе, нам еще есть, что есть. Так что давайте поспим. Так, забираем. Пьем воду. Давайте немножко... понямаем. Положим. Возьмем, наверное, ведро водички и еще чуть-чуть слегка так добавим. И поплывем туда к зданию. Ну, давай. Так, вот, молодец. Так, сколько тут? 3 из 5. Наверное, еще пару ведер добавим и поплывем. Ну да, я думаю, в онлайн играть интереснее, когда ты с напарником. Один там за воду отвечает, второй базу строит. Ну и тоже, я не люблю играть, к примеру, там с квадом в такие игры, из-за того, что вот я вижу, к примеру, там постройку своих алабуду, вот такой вот кривой, вот так именно. И мне не нравится, если оно будет как-то по-другому. Ну, это уже типа чисто не то пальто будет. Ладно, все. Поплыли с вами на другой остров. Так, на буковку П. Буковка П. Во. Там сесть. Поплыли. Так, здесь мы были, здесь торговец. Здесь у нас руда. Зомбаки. Так, а тут мы с вами еще не были. Единственное, что надо будет сделать, наверное, это... Тут где-то сумка была. Вот, мешок. Нужно будет веревку сделать. Сколько для веревки надо? 3 ткани. 3 ткани, 3 ткани и 6 ткани. Понял, надо будет найти где-то 9 тканей свободной. И сделать себе сумку, потому что у нас реально мало места. Так, давай смотреть, что это такое. Хочется постепенно это все делать. Ага, и тут мутанты, да? Хочется постепенно это все делать, чтобы не спеша следовать этот мир. Так, а я смогу тут проплыть? Ля, сколько там мутантов, ля. Да ты шо? Может, за арбалетом пора плыть? Так. Как думаете, мы их осилим? Мы их осилим, да, с вами, ребятки? Так, давай мы берем, значит, в руки с вами копье. Сейчас я поверну свой гребаный Титаник, который не разворачивается.
Так, все, о. И понеслось. Дон, где стала библиотека? Ну все, обратного пути нету. Тут либо я их, либо они меня. Да, подошел сюда. Да. Бонжур. Ага, у тебя ничего нету. Так, где твой напарник? А вот твой напарник. Да ты шо, у тебя тут... Ты чё, издеваешься? Ты чё, издеваешься? Ты чё, падла, издеваешься? А где у вас шо? А где еда? Где кто? Где у вас еда? Ой, ё-моё, ребят, я походу сейчас откисну. Я походу сейчас откисну. Алло, дайте мне хоть что-нибудь, вы что, издеваетесь? Ткань, одна ткань. И все? Тю, а где хотя бы, я не знаю, там, хотя бы что-то ценное. Ага, металлолом, да? Я ради металлолома это все делал. Так, давай сюда, давай хоть скушаем. Все. Отлично. Так, нам, по-моему, 9 тканей, да, надо было для мешка. Да ты шуля, мобильный телефон, бриллиантовое кольцо. Моя ж ты зайка, ля, я кто-то кричал на тебя. Хорошо, блин, даже давайте запеченные бобы доедим с вами. Все, отлично, шкатулка для украшений. Так, чертеж квадратный стол, чтобы изучить чертеж, щелкните правой кнопкой мыши. Чпуник, отлично, чертеж изучен. Это мы сможем продать, правильно я понимаю? Это неплохо. Мы с вами окупились. Да, наверное, надо будет с вами сделать все-таки арбалет. Забрать. Все. Вот так сделаем. Надо будет все-таки, наверное, сделать себе арбалет. И с арбалетом приходи сюда, потому что что-то переоценил я свои силы. Так, сундучок, стой. Давайте мы сложим все с вами вот сюда. Так, уголь мне не нужен, явно металл. Так, клубника, детали. Это мы с вами оставим, это мы с вами поставим и продадим потом. Так, давай сюда резинку. Все, ничка. Блин, ну это хорошо. Потому что я реально что-то расстроился. Так, давай, идем. Дай мне что-нибудь интересное. Так, я предлагаю, значит, не плыть на вот эту вот башню. Может, там тоже зомбаки. А попробовать поплыть сейчас, знает, как его... На этот остров. На малых, и попробовать продать это все. Как вам такая дика? Что это такое? Я летать умею. Я как Супермен. Так, давай заберем резину. Резинка всегда пригодится. Если не по назначению, то можно просто воды набрать и с балкона сбросить. Так, дерево мне не надо, то мне не надо. Ну, в принципе, все. Я доволен. Только давай еще вот тут. В принципе, остров у них неплохой. Что у вас тут на дне ничего нет? Ага, еще спрятали, да, от меня металлолом. Еще на дне от меня металлолом спрятали. Остров, в принципе, у них неплохой. Но маловастенький. Ладно. Нужно будет как-то к ним потом наведаться, посмотреть, не респамнятся ли тут эти, как его, вещи. На плюс зомбаки. А можно мне как-то чпуник сделать, лодку? Лодку толкнуть можно или не? Эра. А, не надо, да, толкать. Все, или не? Ну, нормально. Так, давай поплыли мы сейчас к барыге.
Полили к барыге, попробуем продать. Может, мы что-то заработаем с вами и сможем что-то купить. Просто если и сейчас не получится ничего сделать, я не знаю. Я сильно, как говорится, сильно расстроюсь. Так, ага, у нас уже 6-й день выживания. Прикольненько. Прикольно, прикольно. Так, давай заплываем. Так. Бонжур, мадам. А у меня для вас кое-что есть. Так, давай кольцо. Но. Let's try it. Deal. Ну, deal это, по-моему, по рукам, правильно? Почему я не могу ей продать это все? Алло. А, вот, могу. Понял. Так, что это такое, чертеж? Укрепленное, чтобы изучить. Так, укрепленное, что укрепленное? Укрепленные стены. Так, чертеж, краска, боеприпасы. Так, подводный скутер. Нам нужен подводный скутер? А, это сильно дорого, да, стоит? Ага, ага, то есть мне не хватает, да, вот это вот все. На подводный скутер. Что мне хватает? На батарейку. На чертеж. Еще чертеж. Ага. Сильно дорого. Так, а удочка у тебя сколько стоит? Серьезно, удочку ты не хочешь? А нож? Нож, а пистолет. Так, патроны на черном порошке. Но я так понимаю, что если я сейчас это куплю, а патронов-то у меня нема. Так, альтернативный прицел. А патронов-то у нас с вами нема, ребят. Серебряные монеты, детектор руды. Но мне, в принципе, он не нужен. Я даже не знаю. Электронные компоненты. Электронные компоненты купить. И пистолет. Так, не договорились. А если так, тоже не договорились, да? А если телефон еще? Это же ж нам не надо, правильно? Так, ага, за нож не хочешь. А за удочку тоже не, да? А за чертеж краски? Тоже не. А за потрошки? Хороша. А если вот так? Припасы калибр 50. Ну, блин, ну надо брать, ну, по-любому надо. Ладно, давайте совершим эту тупую сделку. Я знаю, что может вас сейчас бомбанет от этого из-за моей покупки. Ну, что поделать. Так, давай посмотрим. Возьмем вместо ведра. Ага, у нас одна пуля, да? Прикольно. Ну, пусть будет, пусть... Пусть будет. Я только учусь, ребят. Если его сейчас горит, то не горит. Я реально только учусь. Ну, пусть будет. Все. Как пришли, так и ушли деньги. Нужно к этому относиться немножечко попроще. Так, можно мне толкнуть? Или нельзя толкнуть? Ну, я ехать буду сегодня. Ля, эра. Все. Отлично. Сделали себе бесполезную покупочку. Но на крайняк один патрон у нас-то и остался. Так что если все пойдет, как говорится, очень плохо, ребят, мы всегда сможем это самое сделать. Согласны? Согласны. Так, а дай-ка я посмотрю по поводу медицины. Где наша медицина? Так, травяные лекарства. Бинт. Ага. Ага, гриб клубника. Только самое печальное то, что у нас это как его грибы нельзя выращивать, их можно просто найти. А вот эти вот розовые водоросли, я где-то их тут видел. Погоди, стой, это дом? Стой, вы видите? Особняк какой? Так, особнячок, ага. Ну, давай посмотрим, что нас тут ждет в этом особняке. Бонжур.
Бонжур. Неужели это золото? А, это сера. Ой, серы ж мы сможем порох делать, правильно ж? Насколько я понял, серы мы будем с вами делать порох. Прикольно, прикольно. Так, всплываем. Ага. И тут еще какой-то металл снизу находится. Блин, нужно будет посмотреть по поводу акваланга. Так, что это? Ага, это ничего. А здесь у нас с вами... Тоже, да, металлолом? Тоже металлолом. Угу. Блин, ладно, ладно. Так, давайте, наверное, ребятки, мы с вами на этом серию закончим. Я сейчас только посмотрю, где наш акваланг, где эта штука была. Помните, у нас тут... Так, ласты, что нам для акваланга нужно? По-моему, где-то оно было здесь. Не конкретно акваланг, а какая-то... То ли бутылка со шлангом, то ли еще что-то, что типа нужно... Под водой было дышать, но вот... Ладно, этого нету. Так что все, давайте, наверное, ребятушки, на этом серию закончим. Я сейчас долутаю дом. Вот этот вот. Потом поплыву к себе, выложу все, что я там насобирал, нафармил. Посмотрю, может, еще сундуков наделаю, потому что что-то сильно много у нас всего. И в следующей серии уже поплывем с вами туда, куда я и хотел. Куда-то в ту сторону. Будем разведывать. Так что все. Всем мур-мур, пока-пока и до новых встреч.